Азербайджан – многонациональная страна. Здесь проживают представители разных народов и национальностей, в том числе русские. Русская община страны самая большая на Южном Кавказе – больше 120 тысяч человек. И все они, как один, поддерживают азербайджанскую армию в ее миссии по освобождению своих земель от армянских оккупантов. Я в этой стране, и для меня эта страна не только место проживания и родина моих детей. Для меня это больше, чем просто дом. Это мой огромный, большой, красивый дом, в котором живут столько народов, столько национальностей. Александра Никушина – коренная бакинка, актриса столичного русского драматического театра. И в горе, и в радости она, как и десятки тысяч русских в стране, рядом с Азербайджаном. Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт развивался на ее глазах. Она помнит, как в результате этнической чистки со стороны вооруженных сил Армении в Баку приезжали вынужденные переселенцы. Я видела этих детей, потому что по роду своей деятельности я вела елки. И вот эти дети-беженцы, которые приходили к нам, и я видела эти растерянные, испуганные лица, эти глаза, которые не принимали и не понимали, что происходит. И мы как-то старались их согреть, как-то старались, ведь Азербайджан быстро справился с этой проблемой. Ежедневно с возобновлением боевых действий в зоне конфликта Александра Константиновна отслеживает официальные сводки в ожидании радостных вестей с фронта. Свое состояние она сопоставляет с атмосферой в годы Великой Отечественной войны. Как тогда, так и сейчас народ Азербайджана ждет освобождения земель. Ну, мы терпели 30 лет. Ну, давайте еще немножко потерпим. Ну, чуть-чуть еще. Вот. Чем я могу помочь? Ну, чем? Мое оружие – это мое слово. И когда для меня вот где-то 29-го, не то 30-го числа, я вот написала это стихотворение, которое вышло потом в Facebook, это мы все в одной лодке, нельзя отсидеться. И это правда. И вот у меня только одно. Вот, ребята, мальчики, я вас очень прошу, вернитесь живыми. И они сейчас освобождают свою землю. Для меня нет вопроса о том, чья это земля. Карабах был, есть, останется навсегда только Азербайджан. Все будет хорошо. Карабах – это Азербайджан. Даже это не обсуждается. Это наши исконные земли. И я сейчас как никогда горд за свой народ. Я хочу пожелать нашему народу, нашим солдатам только терпения. Вперед и только вперед. Сейчас остается только вопрос времени. Русские в Азербайджане поддерживают народ, частью которого они стали. Все эти дни в Баку проходят их акции в знак солидарности с азербайджанцами. Распространены ряд заявлений с осуждением армянской агрессии. Они направлены в международные структуры. Идет активная деятельность и в социальных сетях. И так будет до самого победного конца, подчеркивают в русской общине страны. Мехрибан Касумова, Джавид Кадиров, CBC.